насмерлись. Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Нет, этому не бывать. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом. Кедр. Я заря один. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Безразличие. Желаю вам доброго полета. Я заря один. Мы желаем вам доброго полета. Все нормально. Поехали. Секретарь Центрального комитета партии товарищ Брежнев вручает руководителям области награду, завоеванную всенародным подвигом. 110 миллионов пудов зерна дали родине в прошлом году омские хлеборобы. Такого количества хлеба область не сдавала еще никогда. К новым победам призвал товарищ Брежнев.
Конференция проходила в деловой обстановке. Но до конференции прошло два партийных собрания в ноябре и декабре 92 года. Это были открытые партийные собрания коммунистов. На последнем, 26 декабря 92 года, Александр Алексеевич Кравец в своем выступлении сказал, что необходимо объединяться, провести конференцию партийную, и нужно создавать партийные организации в районах. Мы провели своеобразную зачистку на поле оппозиции, когда консолидировали в рядах возрожденные организации КПРФ все дееспособные и боеспособные силы оппозиции на территории Омской области. После возрождения КПРФ к нам целыми райкомами перешли сельские райкомы, их было несколько у нас, которые состояли в РКРП. К нам пришли и патриоты, к нам пришли и те люди, которые исповедовали разные мировоззренческие позиции в период разброда и шатания.
дышишь, это зовет нас время. Время движется только вперед. Сквозь года и века, через все поколения, на борьбу поднимая свой великий народ. Помни, нет больше силы, чем правда. Правда, к ней мы дорогу найдем. КПРФ, наша партия рядом. Вместе с ней до конца мы к победе придем. Все зависит от нас, наступает тот час, когда миг истории бьется по кругу. А раз так, сделай правильный шаг, стань товарищем нашим и другом. И отчизна зовет, коммунисты вперед, дух свободы прибавит нам силы. На сибирских ветрах поднимай паруса к новой жизни советской России. Реет гордое красное знамя, память наших героев-отцов. Мы смогли победить в битвах и испытаниях. Свою веру и правду сберегли от оков. Смело преодолей ты преграды, сделай так, чтоб огонь не погас. И счастливая жизнь станет лучшей наградой. Этот выбор в судьбе твой единственный шанс. Все зависит от нас, наступает тот час, когда вихрь истории бьется по кругу. А раз так, сделай правильный шаг, стань товарищем нашим и другом. И отчизна зовет, коммунисты, вперед, дух свободы прибавит нам силы. На сибирских ветрах поднимай паруса новой жизни советской России. Все зависит от нас, наступает тот час, когда вихрь истории бьется по кругу. А раз так, сделай правильный шаг, стань товарищем нашим и другом. И Сюганов зовет, коммунисты, вперед, дух свободы прибавит нам силы. На сибирских ветрах поднимай паруса новой жизни советской России. На сибирских ветрах поднимай паруса новой жизни советской России.